История, которую сегодня предстоит вам увидеть, совсем не учебник для замужних или холостых. Просто мы будем говорить со сцены о жизни, в которой есть только два действующих лица – он и она. Мы не собираемся давать рецепты или отвечать на жгучие вопросы. Мы сами задаем их себе и другим, и никто не может найти на них ответ. Что ты меня толкаешь?
макро. Инфляция – это не моя выдумка. Это реальный факт нашей жизни. Разве не правда, что после крушения многих политических движений, финансовых пирамид, видишь, как все затихли, да? Потому что я правду говорю. Мы все с вами, сидящими здесь в зале, оказались обманутыми.